Деньгам счет, с них и начали ноябрьскую сессию. Проект краевого бюджета пересмотрен многократно, внесено 50 листов поправок. Тем не менее, первый секретарь региональных коммунистов Мария Прусакова заявила, что поддерживать проект не будут. Но из 8 членов фракции несогласных оказалось всего трое. Документ принят. 118 миллиардов рублей – объем консолидированного бюджета. Значительная сумма уйдет в районы. Муниципалитетам в этом году будет оказана поддержка в общем объеме в финансовом ресурсе более 28 миллиардов рублей. Это тоже впервые. Значительно прирастают средства на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. Считали депутаты не только деньги, но и ветки и бревна в лесу. Законотворцы наконец прописали, на что годен валежник. Ответровала, бурелома, снеговала. Значит, то есть все, что лежит сегодня на земле, граждане имеют право полностью, так сказать, подобрать. Прав стало больше и в законе о тишине. Раньше шум измеряли, как ни странно, метрами, не мешая, если расположен ближе 50. Теперь громкие звуки запрещены во всех местах общего пользования. Это территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц. В том числе, это не исчерпывающий перечень, площади, улицы, проезды, набережные, бульвары и так далее. Администрация общественных заведений коснулась другая поправка. Если после 10 вечера в кафе, ресторан или другое заведение пришли дети, известить обязаны или родителей, или ОВД. Они всех вместе. Это приняли, чтобы облегчить работу компаний. Самым спорным сегодня стал закон о налоге физических лиц, исходя из кадастровой стоимости жилья. Сейчас его считают из инвентаризационной. Но новые правила перейдут в январе 2020 года. Муниципалитетам предстоит большая работа. Не все сейчас имущество, особенно в городах, новое, облагается налогом, потому что раньше один был орган, который этим занимался, инвестиционной стоимостью, сейчас другой орган занимается, и часть жилья вообще не попадала под налоговую систему. Мне не приходят документы, я иду в налоговую, задаю вопрос, почему нет документов, я готов заплатить налог, а мне говорят, а мы не можем вам дать, потому что кадастровая стоимость не определена, и я понятия не имею, поэтому... Естественно, вот сегодня возникает вопрос, объясните народу, что ждет нас в 2020 году. Закон принят сразу в двух чтениях. Сейчас депутаты займутся составлением норм для оценки стоимости жилья. А еще пропишут штрафы для тех, кто будет продавать несовершеннолетним курительные смеси. Электронные сигареты в крае тоже вводят в рамки закона. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.